22 мая в Сергиево-Посадском колледже состоялось заседание отраслевой ассоциации образовательно-производственных центров кластеров в металлургии в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Цель встречи – обмен практическим опытом между участниками рынка, представителями промышленных компаний и образовательных учреждений. Сегодня у нас на нашей площадке находится председатель ассоциации металлургов и коллеги из других колледжей и других регионов. Около 15 человек примут участие в очном формате, а онлайн – это уже покажет наша встреча. Федеральный проект «Профессионалитет», в рамках которого создана ассоциация, нацелен на перезагрузку системы среднего образования. Его главная задача – создать эффективную экосистему, объединяющую студентов и работодателей. Это позволит будущим специалистам чувствовать себя частью производственной команды и легче интегрироваться в рабочий процесс. Уже сейчас студенты Сергиево-Посадского колледжа принимают участие в мероприятиях Загорского трубного завода, в волонтерских активностях, в спортивных мероприятиях. А что это значит? Это значит, ты когда приходишь на предприятие, ты уже знаешь половину коллектива. Ну, не половину, но значительную его часть. Тебе есть с кем посоветоваться, поговорить. И, собственно, ты опять-таки начинаешь быстрее вливаться в трудовой коллектив и эффективнее, лучше работать. Участники встречи смогли не только послушать выступления экспертов, но и посетить Загорский трубный завод, который является одним из крупнейших работодателей нашего округа. Владимир Бензик, Антон Коврижных, ТВР-24.